Всем привет! Всем привет! Ой, какая красивая! Всем привет! А я ходила за расческой. Всем привет! Недавно, да, встала. Что-то опять не могла вчера уснуть. У меня какие-то проблемы с усыпанием. Больше, надеюсь, не выпадет у меня грудь. Халатик классный, спасибо. Так, сейчас буду вытягивать волосы, так скажем, в прямом эфире. У меня появилась соседка, она меня заела этим Марвином. Но слушать Марвина — это просто беспредел. Мне не нравятся его песни. А мне приходится слушать их. Ну да ладно. Это еще не самое страшное, что может быть. Где ты похожа голая в эфире? Не, я не видела такой фотки, которая гуляет. Не, не видела. Так, что хочу сказать. Ребята, блин, посмотрите сюда. Я хочу сказать, что я на страничке у себя запустила еще один конкурс. Я уже 6 февраля объявила победителя. И, ребята, для тех, кто с Москвы, победитель пойдет со мной в спа-салон. Бесплатно делать массаж. Расслабляющий. А тот победитель, который будет не из Москвы, если вдруг, да, победит тот, кто не из Москвы, тот попадет ко мне в сторис с отметкой. Привет, Казахстан! Привет! Привет из Гомели! Привет! Так что, ребятки, участвуем все в моем конкурсе. И обязательно победитель повезет, конечно, тому, кто будет с Москвы. Но я думаю, что если первый победитель, который окажется не с Москвы, я еще раз произведу выбор победителя разика 2-3 до тех пор, пока не появится тот, кто будет из Москвы. Поэтому победитель будет не один. Чуть-чуть не достаешь, совсем удобно. Зато зеркало прекрасное у меня. Камера вместо зеркала. Сейчас, ребят, все буду отвечать вам. Сейчас пролистну. Привет, привет, привет. Только все здороваются. С Новым годом. Привет. Pretty woman, thank you. А где Мишки парк Аведук или как-то так? Ты такая красивая, спасибо. Куда собираюсь? Собираюсь заснять видео, вечером выставлю. Потом поеду, мне там надо по делам календарь один забрать, отвезти. Подружка попросила календарь. Он с Украины, у них такого нет. И я должна его забрать и передать в Одессу. Какая страшная. Ты про себя, что ли? Я очень красивая, потому что про меня это просто не может быть даже. Сейчас. Я еще подготовлю волосы, чтобы их выпрямить. Так. Какая ужасная песня. Вам нравится Марвин, ребят? Скажите мне, пожалуйста. Мне не нравится. На концерт у него была. Концерт, конечно, был хороший. Концерт был хороший, но песни мне его не нравятся. Ну, концерт в плане хороший, организация хорошая была. Много людей было. Красивая музыка, играли музыканты, красиво. Танцоры хорошо танцевали.
Вот, в этом плане хороший концерт был. А так, что-то песня мне ни одна не запомнилась. Так, сейчас. Нет, я не люблю футбол, хотя в моей жизни очень много общалась с футболистами. Привет, Казахстан. Привет, Дед Мороз. Дед Мороз в эфир зашел. Смотрю с моей новой фотки. Привет, Иришка. Выходные дни у меня рейтинг эфира большой. Ну, когда как, раз на раз не приходится. Например, 1 числа вообще в Инстаграме почти никого не было. Все гуляли. Ну, я не особо на выходных не могу сказать, но точно знаю, что с тех пор, как я не выходила в прямые эфиры и сторис не снимала, то с тех пор у меня статистика очень сильно выросла, потому что я стала с вами, я стала за мной наблюдать, и у меня очень выросла статистика. Так что, кстати, ребят, кто там по вопросам рекламы, пишите мне в директ как раз. Пока у меня большая статистика, и много людей меня смотрят. Нет у меня парня. Не зовут вернуться на дом 2 меня. Но я не хочу возвращаться. Потому что этот путь уже пройден. Не хочу второй раз возвращаться. Ну, а там кто знает, знаете, всякое в жизни бывает. Так, ребят, пока вот вы в эфире, скажите мне, вам тоже не нравятся новые видео, мы в купальнике? Неужели вам не кажется это забавным? Все писали, боже, какую ерунду там только не писали. А вчера в аквапарке я выставила сториз, буквально сториз, 10 секунд, где просто как-то там, не знаю, одно движение сделала. Мне уже пишут, там же дети, что дети не видели тети в купальниках? Да что, стриптиз танцевал, то же самое на улице. Какое кому дело до того, что я в купальнике, потому что я закаляюсь. Ты танцевала развратный танц. Какие развратные танцы? Что развратного было в моих танцах? Это вообще беспредел. Что развратных танцев не видели, что ли? Не понимаю вообще. Обычные движения, самые обычные. Боже, сколько хейтеров у меня завелось, не пойму вообще, где вы взялись. Раньше не было столько хейтеров, не пойму. Я, кстати, начала блокировать. Еще это, знаете, самое что веселое, что пишут гадости такие. Захожу, он мне подписан. Думаю, что у человека в голове, как может быть на меня подписано и писать такие гадости. Я блокировать стала. Что мне как бы не жалко то, что у меня уменьшится количество подписчиков, зато дебила у меня не будет, понимаете, которые. Зачем быть подписан на человека, который тебе не нравится, который тебя раздражает? Ну, ты с головой не в порядке, скажите. Приветик. Правильно делаешь? Конечно, правильно. Ну, просто иногда времени это нет. Просто сейчас праздники, я особо ничего не делаю, отдыхаю. Ну вот. Сейчас скажут, что я всегда особо ничего не делаю. Нет, у меня иногда там реклама, там работаю. А так сейчас пока практически не работаю, поэтому время есть вас заблокировать, ребят. Вон, вчера в аквапарке классно так покатались, не знаю, накупались, в джакузи насиделись. В бане напарились. Я долго не люблю, вот это мне самое оно.
Чуть-чуть того, чуть-чуть того. Еще раз. Мне очень понравилось вчера гулять в аквапарке. Как Новый год встретила? Новый год встретила в облаке с Дашкой. Отлично встретила, выиграла номинации «Кто наберет больше лайков» с хэштегом «Новый год в облаке 54». Вот, я выиграла. Пела песню свою бомбовую. Мне дали в подарок колонку, которую... Это что ж такое? Которую я слушаю теперь дома, включая музыку в колонку. Вот, и... Да, ё-моё, падает, мешает мне. И бутылку мартини, которую вчера выпила моя соседка, что я его не пью, поэтому... Очень хорошо, что есть тот, кто его пьет, и его выпил, в общем, весьма успешно. Вот. Сказали, было очень вкусно. Жаль, что я не понимаю этого вкуса. Так бы тоже вылокала на пару. Что мне обычно все вот это вот алкогольное, оно какое-то невкусное. Не пойму, как вы его пьете, если честно. Ну, ничего. Я думаю, это не самое страшное в жизни, то, что я не понимаю вкус алкоголя. Вот, алкоголь я пью в исключительных случаях, только тогда, когда мне плохо. Если же мне плохо, вот будете знать, если мне плохо, то я пью. Если же я не пью, значит мне хорошо. Вот так вот у меня по жизни. Блин, не совсем удобно без зеркала, но ничего. Приветик. Я вот на доме 2 пила, когда мне было плохо, когда я не могла расслабиться, когда я нервничала, когда я переживала, когда я ужасно уставала. Я там, господи, пила раза три, наверное, за всю историю. Вот. Когда у меня сейчас все прекрасно, все хорошо, все превосходно, то пить мне не стоит и не нужно. Так, ну не тоненькие вопросы задают. Привет, привет, красавица, и все, только смотрят, и все, и смайлики присылают мне с лайками. А потом, когда я не отвечаю на вопросы, аж обижаются. Почему не отвечаешь? Так, ребятки, для тех, кто зашел, только рассказываю, я устроила на страничке новый конкурс. Победитель, который находится в Москве, сможет пойти со мной совершенно бесплатно в спа-салон на расслабляющий массаж. Победитель, который не с Москвы, сможет попасть ко мне в сторис с отметкой. В этом конкурсе, если победитель будет изначально попадется мне не из Москвы, я проведу еще розыгрыш разика 2, и у меня будет где-то, думаю, 3 победителя, которые смогут попасть либо в сторис, либо один из них пойдет со мной в спа. Да, я в Москве. Все, волосы готовы.
Ну что, вопросы будут или же нет? Белоснежным. О, Господи, свадьбу, что ли? Нет, я пока не готова. Ну, я не готова, потому что я так хочу влюбиться. Мне, кстати, скучно, если я не влюблена. Мне так скучно сейчас. Вообще, мне хочется, чтобы прям кто-то мне нравился прям очень сильно. Но такого, к сожалению, нет. Так я вот думаю, на всякий случай сзади подтянуть еще разочек надо. Чтобы не было пробелов. О, не могу тверкать, потому что я без нижнего белья. Сейчас еще как тверкну, не туда, и все. Боже, как красиво за окном. Вообще кайфую просто. Посмотрите на эти веточки, боже, как красиво. Вообще, это как красота. Мне нравится. Так, ну что, ребят, буду выходить, потому что сейчас сниму видео и буду ехать по делам. Поэтому всех целую, обнимаю. Участвуйте в моем конкурсе.